Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, здесь. Барыш Бакташ удивил публику и поклонников журнала, рассказав о реальном происшествии. Инцидент с настоящей женой барыша Бакташа, Гюлюм Бакташ, привлек внимание бульварной прессы и общественности. Однажды вечером пара Барыш Бакташ и Гюлюм Бакташ, сидевшие за романтическим ужином в одном из любимых ресторанов города, внезапно поссорились, нарушив тишину в ресторане. Резкие выражения и резкие слова барыша Бакташа привлекли к паре всеобщее внимание. «Ты больше не моя жена. Я могу жениться на ком захочу». Эти слова барыша Бакташа отразились в удивленных взглядах людей в ресторане. Отмечалось, что Гюлюм Бакташ не смог отреагировать на эту выходку и находился в растерянном настроении. Это внезапное и сильное напряжение между парой каждую секунду фиксировалось бульварной прессой. Разочарование и удивление в глазах Гюлюма Бакташа произвели впечатление на публику. Сразу после этого инцидента барыш Бакташ побежал к своему партнеру по сериалу Ягмуру Юкселю и произнес эмоциональную речь. Обеспокоенность и удивление в глазах Ягмура Юкселя вызвали много вопросов по поводу слов барыша. В то время как журнальный мир задавался вопросом о причинах гнева барыша Бакташа на его настоящую жену Гюлюм Бакташ, то, как Ягмур Юксель и другие актеры сериала отреагировали бы на эту ситуацию, вызывало большое любопытство. Зрители с нетерпением ждут, как будут развиваться эти события, произошедшие на съемках сериала «Флорес де Сангре» и в реальной жизни. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.